Знаете, что такое, да? Герунзура Ханкенди. Выехали 40 автобусов, чтобы вывезти в Армению тех, у кого нет личного транспорта. Вот это не процевало в Мариуполе. Люди не могли выехать. Не было гуманитарных коридоров. Россия не выпускала. Не работал Красный Крест, не работала АБСЕ. Женщины, дети, больные, старики, ДЦП. Все осталось в Мариуполе и погибло в Мариуполе. Представляете, вот как легко можно было спасти жизни?